Йоу, давай мне сюда, нахуй, бабки мои. Оп. Тебе. Тебе. Дай. Тебе. Шу. Ну. Чу. Давай следующий. Пошел нахуй. Куда ты? А ты не знаешь даже как, блядь. Придурок нахуй. Блять, ебать. Это пизда. Короче, сделай вот так вот, типа. О, охуенно. Нас в тюрьму посадят, его будут фоткать, короче, он будет. Пакшот. Верни чуть. Так, у меня, блядь, кореш Джокер, нахуй, ты вообще понимаешь? Чувак, это фрик-контест просто. Я в охуе, чувак. Убирай. Это пиздец. Подожди, это сложный выбор. Обе хорошо. Блядь, Лёнь. Всем мы знаем, что правы. Шу. Мы приехали, нахуй. На немецко что это надо? Лични. Ты что, он за мной просто вот так? Давай я буду вот так с тобой. Ладно, что ж, давай. Нахуй. Я буду как в прошлый раз. Это событие, а Максим Гравский. Ну вот, и мы будем освещать это событие. Вот, там все очень молодежные, очень красивые. Вот, мы будем подходить и задавать свои вопросы участникам. Мы попробуем очень круто вам показать, как это все прикольно. Вот, и, наверное, мы сейчас начнем потихонечку освещать. Так что пойдемте, зададим пару вопросов. Почему ты не так не носишь? Ну вот, вот так вот. Так у меня есть с собой жилет. Блять. Тебя не хватает кепки, Ильяс, блядь. Подыграть тебя... очень тяжело, на самом деле, самокатером, потому что они тупые, пиздец, как пробки, блядь. Так что будем дальше, нахуй, вещать, стараться. Ну вот, включаемся потом когда-нибудь. 3 минуты уже говна наснимали, позорного. Это наш рефери многонациональный, он будет сегодня судить, он сегодня срал, напился. И, короче, он был вообще... Ильяс, расскажи, пожалуйста, по каким критериям ты будешь судить, оценивать сегодняшний день? Пуш в пуле, это желтая карточка. И плохо, если поскользил. А как, если... как понять, плохо поскользил? Коротко, если коротко поскользил. Если она шорт, то как бы вам желтая карточка. Yellow card. А красная, если упал? Ага. То есть мало того, что, блядь, разбился, так еще и дисквалифицировал. Конечно. Понял. На 2 минуты. На 2 минуты? Удаляешь. А так попытка всего 2 минуты идет. Ну, на следующую. Все, понятно. И еще у меня эти есть здесь. Китайская коллегия прислала, короче. С читами, короче. Бля, на самом деле, ну тут хаки реальные. Как правильно кататься надо. А, ну, в общем, друзья, как вы можете видеть, организация очень серьезная. Надеюсь, наш рефери нас не подведет, иначе будет судью на мыло, так сказать, а из Ильяса мыло может нихуёво получиться. Ну, так что все будет в порядке. Ладно? Друзья, также сегодня будет производиться розыгрыш номинации «Долбоёб года», и мы сейчас сегодня подойдем к одному из номинантов, одному из тех, кто, ну, способен, скорее всего, занять первое место, ну вот, по версии МСКБ и «Красавчик Прот». Вот, давайте подойдем к нему. Меня зовут Никита, здравствуйте. Вот, типа такой к тебе вопрос. Смотри, вот ты в каком сейчас классе учишься? Я закончил. Ладно, смотри, то есть, тут такая история, смотри, то есть, количество твоих баллов по ЕГЭ, оно сегодня будет означать то, какое ты место займешь. Блин. Я не знаю, что у него спросить, не хочу гнобить малого. Я хотел до Артема доебаться уже. То есть, как ты думаешь вообще, к чему тебя карьера самоката вообще доведет? Не знаю. Ну, как, в смысле, не знаю. Ну, ты, типа, катаешься вообще без устали, понимаешь? Вот сколько у тебя двоек сегодня было? У меня каникулы, а так я хорошо учусь. Он умеет читать? Чувак, он все умеет. Йо, чувак! Блин, держись! Короче, друзья, на самом деле, самокатеры, они реально, ну, такие. Я, кстати, посрал.
Это новость за сегодня, на самом деле. Так что включение, наверное, уже прямых не будет. Мы будем завершать наш прямой эфир. Да ну, подъебывающий еще до Артема надо. Почему никто в этой жизни не умеет подыгрывать? Не знаю, все ведут себя как ебланы, блядь. Вау! Потрясающе, блядь. Артем именно просто, ну, блядь, в отсосе нахуй, вот реально. Как вы здесь вообще оказались? Ну, пришлось, как бы, заплатили достаточно. Вот, как бы, выступить артисту, моему личному артисту, Pretty Sean. Вот, записали трек вчера на студии Melon Music. Вот, записали флаг чек проверку одноименную к выходу видео. Вот. Ладно, тогда единственная просьба к вам. Можете доказать, что вы плак реально? Даже вот в таком наряде, чтобы вы... Кать, самокатом, ребят. Просто, знаете, тут все под плагов косят, но... Плак он один. Настоящий! Это Чак-Чак, Паланик, плак. Чак-Чак. Ладно, спасибо вам, друзья. Еще будем включаться когда-нибудь, потом. Все остальное, что мы подготовили для вас, можно сделать и без этого. Там будет достаточно вашего слабоумия и отваги. В целом, это все. Будут разыграны бабки, будет выпито пиво. Я не знаю, что вам еще сказать, пацаны. Все, let's go! Я не знаю, если кто-то выживет, будет хорошо. Но я думаю, что как бы для кого-то этот заезд в боули может стать последним, но это ничего страшного. Сегодня у нас приехали чуваки из Питера. Это не может не радовать. Приехали чуваки. Ленчик, ты приехал откуда? Ты в Питере уже был. Да, все, я думал, вдруг он там где-то в Сочи, на курортах, на пальмах, там кокосы, бананы, все дела. И Артем Щербаков! Парни, погнали! Отлично! Эти пацаны знатоки копинга, я слышал! Йоу! Как же за ними за всеми уследить! Это невероятно! Но у наших судей зоркий глаз, а подрезал Артема. Кстати, рабочая острота, наверное, можно подрезать оппонента, чтобы он сильно много не наколбасил. Ульончик! Ай-яй-яй! Вот оно! Первый! Есть контакт, друзья! Есть контакт! Получили по красной, но ничего страшного, ничего, нормально. Мы место не будем слушать просто, и все. Да, можно кататься, да, если все нормально. Все четко так. Ты че? Меня пост глаза. Ну говорил это Илья, вот так вот. Представляете? Ой-ой-ой! Следующие там человечки, следующие готовы, все на баге. Если готовы, ныряйте, пацаны, не. Так, у нас на арене Григорий, напоминаю, это царь Колпинга и также Константин. Кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити. У нас новый участник. Я не знаю, он размером невероятный. Егор не успевает. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у нас все. Музыка пошла, Саня забирает. Во-первых, это. Присутствует небольшой морской бриз. Все это очень приятно влияет. Блять. Прошла заминка, да, легкая, ничего страшного, все, мы снова в строю. Пацаны откатали, показали, что в принципе нет, никто не поехал. Куда вы поперли? Пацаны, сейчас не выкатайтесь. Ебать! Вот это да! Все, Максим просто закатился как гусеница, именно полумертвая. Все четко. Пацаны, хочешь шоу? Ты хочешь кататься? Раскетит, давайте сделаем вообще улетный. А что, у Шурупа Митя убить просто, но он не хочет кататься, он хочет... Галстук наматывается на руль. Абсолютно. Цирковой номер, да, эти парни. Это вообще мясо полное, если честно. Сережа красавчик.
Чё? Достойно, Владимир! Я не уверен, что это бесплатно, но я как бы попадаю. Я не знаю, брат, он навалил нам. Нормально было. Чувачочки, сейчас мы с вами сортира потрясающего и выдвигаемся на следующую точку. По крайней мере, с пулом у нас покончено. Не знаю, как это повторить. Пиздец. Чувак, ты снял? Да. На бля, Максим! Даш, мы никуда не разбегаемся, если что. Я на всякий вам говорю, что, походу, ну, мы выживем. Все. Туча как-то идет мимо. Что, блядь? Я больше хотел верить в это. Мы пока операторы не убирали. Это пизда. Называется разрыповка. Он же плаг-проверочка. Вот она зарядка, плаг, все на месте, все четко у нас. Суть в чем? Любые вариации хилов в самом рэповом исполнении, рэповый призем, рэповый закрут, не знаю, делайте как хотите, спускайте штаны по щиколотку, мне вообще, в принципе, похую, как это будет выглядеть. Главное, чтобы было максимально рэпово, не знаю, как вы только можете себе позволить, ходами, перформансом, внешним видом, приземом, закрутом. Мне, в принципе, меня мало волнует, что вы будете делать. Можете делать хил ДС, фул хил, хил ванэ, хилы. Я считаю, что хилы очень смачные. Без хила не канает ничего. Ну, самое главное, мы собрались в таком нелюдном месте и заниматься такой не самой умной хуетой, поэтому приз за самый рэповый хил, за самое рэповое исполнение трюка с хилом через телевизор – это ящик пивандеполы. Поэтому, чуваки, все, камеры на месте, там все здесь. Так, что-то там, чик. Если бы я катался, я бы в самом начале бы это сделал.
не нужен. Безумие заразительно. Просто, блядь, чувак. Не мучайте, не бейте. А вы надуваете? Хороший! Чувак, укусил. Чувак, не пойдем. Пиздец, гигант, нахуй. Она сейчас прыгнет просто в бездну. Иди. Вот туда лучше, блядь, здесь ее раздавят, нахуй. Бро, ты лежишь, блядь, на спине, ты чё? Ты кто? Это лягуха. Займу. Бородавки будут теперь, нахуй. Да похуй. В принципе, уже дальше хуже не может быть. У нас по плану был достаточно жуткий конкурс. Назывался он «Родни Графский». Знают все, кто такой Родни Малин? Представляют этого долбоёба? Итак, у нас есть некий человек Родни Графский. Где он? Вот он. Сейчас все внимание обращаем вот на ту пизданутую лужу. Сейчас Родни Графский продемонстрирует, как надо делать. Давай. Сергей делает сейчас будущее. Что, музыка имеется? Сергей, покажи, блядь. Давай, Сережа. Всем внимание на Сергея. Давай, Сереж, не подведи его. Давайте сразу. Получил шоу, блядь. Это вообще мясо! Я в ахуе! Коммент один, одним словом. Топ! Его трахнули и бросили, блядь. Смотри. Ходи, Артём, всё! Помылся? Приехал один из самых главных рыцарей сегодняшнего дня. Это Женя Лучинов. Пойдем спросим его пару слов. Пару слов. Во-первых, очень рад тебя здесь видеть. I'm a local pro. Он локальный профессионал. Вопрос. Ты приехал специально для полуфа-турнира? Да. Именно ты решил, ну, побеждать? У меня висел дома костюм долгое время. Я не знал, пригодится ли он мне. И случилось так, что это тот самый шанс, когда нужно его использовать. Как ты оцениваешь свои шансы на победу? Ну, они достаточно велики, я считаю. Ну, я тоже так считаю, потому что это самый достойный представитель. Мой голос за него, если меня спросят. Все, ладно, будьте в курсе. Женя, желаю тебе успеха на турнире. Спасибо. Принцесса будет твоей. Так что все. Отстань, Максим. Блять, такое чмо тупое в баку. Бля, Максим, тебе очень охуенно. Не то, что Егор. Вот Егор, бля, мой джи.
Поскольку дождь кончился, пацаны предлагают провести турнир непосредственно аутсайд, где светло, хорошо и замечательно. Сейчас мы начертим линию, чтобы каждый рыцарь мог просто ехать со своей стороны, чтобы это не было как-то, я не знаю, чтобы они просто не въебывались друг в друга. Это типа показательная модная. Ой-ой-ой, Артём! Ты просто свинота вообще омерзительная. Ой-ой-ой! Такая чепуха. Это они смотрят просто. Бля, я очень плохо умею. Первый поединок. Константин Козлов против Сони. Друзья! Погнали! А, нет, не погнали. Сейчас. Кто там? Помощник. Нет, так. И кто? Кто победитель? Я тяжело определить. Сейчас Сергей постарается. Раз, два, три, погнали! Ай-яй-яй! Победа за Макса! Давай, брат! Заплак! Сергей, ты что? Да, сейчас. Плак проверка. На месте, погнали! Ты что, пространство, братан? От души тебе эту идею, ты спас эту хуйню. Это гелий. А, готовы? Артём, ты по своей стороне должен ехать. Вот здесь, вот здесь. Он не видит нихуя. Я плохо вижу просто. Куда? Сюда? Ты это говоришь, мне похуй, где вы будете стоять. Здесь. Всё, Лёха здесь. Так, все готовы? Раз, два, три, погнали! Насадил на пику! Погнали, погнали! Блядь! Сука, черномазый, блядь! А я знаю, это пиздец! Ебать! Что за пиздец это был? Нахуй просто. Ты, блядь, куда ты снежану уронил нахуй? Бля, нет, вы охуели, блядь. Долбоёб, туда встать! Давай нахуй. По яйцам? Женек именно два раза, он меня выбил именно в яйца, четко. Посмотри на Женька, ты ничего не можешь ему вообще противопоставить. Я в руль целился, а там яйца. Смотрите, у нас остается кто? Один человек, да? У нас остается Илюха, ребят. Без правил! Бой без правил! Победитель! Итак, друзья, победил
победил Женя Лучин, который приехал в своем костюме. Ему дали второй шанс, и он победил. Женек, твои эмоции? ПВП. Второй шанс дали мне неспроста. Большое интервью. Ему, не, ему дали, во-первых, а второй шанс. И как бы, ну что ты скажешь вообще? Он победил. Ну реально, ну как, вот это же битва была не на жизнь, а на смерть. Ну, тут как бы опыта у нас-то и нет особо. Поэтому тут чисто случайность работает. Ну вот смотри, вас перевели в свич, как бы. О, Ильи немало опыта в свече. Поэтому только случайность. Случайность, друзья, дорогие мои, пускай вам случайность дарит всегда только позитивные эмоции. И удача. И победа. И вот такой костюм с сигаретами внутри. Бля. Женя Лучинов, официальный победитель ПВП турнира. ПВП или застал, ёпта. Блять. Да вы ёпта, да вы порвёте его. Блять, держу. Блять. О! Нет, блять. Желательно было бы, конечно, нам еще раз прокатиться. Я думаю, вы не против. Сейчас мы поднимемся к Боу, посмотрим, в каком он состоянии. У нас в целом есть все необходимое, чтобы его подсушить. Еще выглянуло солнышко. По Яндексу дождя не обещают. Это, конечно, может быть полный пиздеж. Но мы уже сегодня два раза так делали. Сделаем и в третий раз. Правда, нет? Или всем похуй? Никто уже не хочет кататься. Я вас понял. Все, домой едем тогда, денег не будет. Путин джем. Ну вот, пойдемте спросим мнение людей, которые его вели, судили и организовывали. Во-первых, возьмем интервью у нашего ведущего. Не слабо. Я подустал чуть-чуть. Как вы оцените происходящее на контесте Родни Графса? На номинацию. Друзья, все немного вышло из-под контроля, но мне было тяжело оценить. Я в этот момент был не ведущим. Я снимал на камеру, но в целом люди ладно, танцевали. Ладно, кто победил? В целом. Лучше, в целом, кто победил? Победили ебанутые люди и их сумасшедший мозг просто. Это и слава все, богу, что я слава могу богу. Сказать. Теперь спросим у человека, который хочет трахаться сильнее всех. Лёх, кого бы ты трахнул прямо сейчас? Прямо сейчас? Да. Он уже показывает. Алину. Так, ладно. Света, как самый... Кепку оцени её. Как самый нормальный человек, по умаленности. Как самый нормальный, адекватный человек. Что ты скажешь? Три слова тебя буквально. Неплохо, на самом деле, друзья, реально, эти слова заставляют задуматься каждого. Хорошая кепка, очень. А это рабочий микрофон? Вот, теперь мы идем и спросим пару слов у судей. Судья. Можно я тебе? Судья номер раз. Какое количество баллов вы в целом поставили за все это время? На самом деле я ставил 7,5, потому что ребята все очень классно катаются, но на самом деле все достойны десятки. Но... А ты бы к этой чего достоин? Я достоин. Ну, я... а ты как думаешь, ты 100 тысяч сможешь зарабатывать когда-нибудь в месяц? Я думаю, что я и 250 брат, миллионов. Мы достойны, могу. Нахуй. Реально. В пизду это самокат. Я самокат и дерьмо. Это того. Ладно, давай спросим у главного оператора сегодняшнего. Что, о чем, что значит твое ебаное вот это вот говно на спине? Что это, блядь? Что счастливое это? Число, я профессионал в этом. У тебя было ситуация. С девочкой когда-нибудь? Не было еще. А нахуй ты наклеил? Ты позер? Да. Ладно, пошел нахуй. Так, следующий человек. У тебя высохли ноги? Нет. Все, до свидания. Самое любопытное на это награждение, деньги вот, да. И всякая хуйня интересная. Где там? Наградим людей за разрыповку, движуха с телеком. По моему мнению и по мнению наших многоуважаемых судей, лучше всех поняли номинацию. Два человека, ну точнее даже один, второй просто сделал полную пизду. Лучше всех понял, что надо делать, это Жигал, он забирает ящик пива. Жигал, братишка, реально, кепка на бок и разгон порядочный, сделали свое дело, это был рэп однозначный, это, именно это мы и хотели увидеть. По-любому рэп, по-любому рэп. А вот эту штучку, позвольте мне, эту штучку, вот такой трофей, грубо говоря, рэперский, за самый адский хиловый трюк получает некий Трусаков. Yeah! Да, килы в
пока телек. Братан, если что, пушка легендарная. Пульки заряжены. И, внимание, когда ты выстрелил пульку и еще раз отщелкнул затвор, вот так лучше боком резко отщелкиваешь, отпускаешь. А это что? Это чехол для пули. У тебя, братан, гильзы отлетают вот отсюда. Это реальный гэнг, по-любому, ты сделал красиво. Можно руку мне пожать или, блядь, детская будет. Нарядился, вот здесь, братишка, вот здесь у меня, возьми все. Получает он косарик. Также, где человек? Я. Сергей Градский 5 косарей забирает официально за... Во-первых, за то, что он жестоко разъебался. Если что, свое выступление на Радио Градского он не готовил, это, блядь, было бы... Это было, ну как бы, это был фристайл настоящий, без заготовок, как бы. И самое главное, мы здесь собрались, пацаны, чтобы покататься в пуле все-таки. Вам большой респект всем, что вы пришли. Ну и по нашему мнению, в пуле сегодня реально разорвали всем жопы 2 человека. Это, разумеется, Олег, который просто, ну это просто наказание какое-то людское было, я не знаю. Нечеловеческий райдинг такого пока что... Пока что люди не приблизились к такому. Грише где-то рядом, но, блядь, это, чуваки, это просто отвал башки, 5 кусков в карман. И очень сильно нам понравился наш маленький малыш из Питера. Он меня приехал. Это достойное катание, такие невероятные трюки. Егорик еще и приперся сюда. Человеку, извиняюсь, 11 лет, он приехал один без мамы. Все, извиняюсь, уже взрослый. Один без мамы приехал, вы представляете, еще и такого жару дал, поэтому официально 5 кусков ему отправляются. Чуваки, всем остальным огромное человеческое спасибо, что вы провели с нами этот, не знаю, не самый человеческий... я забыл, да, у меня же еще есть денежки, я уже думал, все забудут, но все молчат, кроме Максима, да. Самое главное, пожалуй, тут, наверное, нету никакого секрета. И выиграл ПВП, и костюм просто сногсшибательный и душераздирающий. Чем забирают у нас сегодня 10 кусков, это самый жирный бан за сегодня. Официальный человек приехал, исполнил, и вот такой трофейный шлемчик за самый главный рыцарь он сегодня забирает. Чуваки, всем реально огромное спасибо, я не знаю, я надеюсь, вам хоть что-то сегодня понравилось. Все пошло маленечко не по плану, дождь нам поднасрал здраво, но в целом вы прокачали как следует, мы вроде, мы старались подхватывать, не знаю, надеюсь, все было круто, вы остались довольными, поэтому еще раз всем респект, низкий поклон. Ай-яй-яй. Хорош, было, поздравляю. Красава. Чекс, ебать. Кроссики себе прикуплю, нахуй. Максим Градский, охуенный пацан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем до свидания.